Ребята, всем привет! Сегодня 6 июля 2019 года, и я нахожусь в городе Ковров. Сзади меня ледовая арена, вы ее видите. Блин, дождик пошел. Ждем команду мотоциклистов-байкеров. Нелетная, конечно, погода, но я думаю, восходовцам это не впервой. Ребята, Нина Борисовна любезно пригласила, пока никого нет. Сказать пару ласковых о композиции. У нее здесь собрано 28 мотоциклов, да, Нина Борисовна? Да. 28. С какого года начинаем? Начинаем с самого первого мотоцикла 46-го года выпуска. Вот этот мотоцикл, да. 46-го года выпуска? Да. КА-125. КА-125. Супер. Как вам удалось такую позицию вообще создать? Вообще, откуда вы ее набрали? Где вы взяли ее? Ну, фонды музеи формировались, потому что музею нашему уже будет скоро 90 лет, поэтому в музей собирали все экспонаты. И, естественно, когда в Коврове на заводе Дегтярева начали выпускать после войны мотоциклы, то, естественно, первый же, один из первых мотоциклов попал в наш музей. Круто. Это мотоцикл КА-125, который... Я вот здесь смотрю. КА-125, 1947 год выпуска. 47, да. Восход номер 2. Да. Номер 2. Уже он не восход, он сам КА-125. Скажите, а интересно, знаете, какой вопрос? А на них на всех есть документы? Они поставлены на регистрационный учет? Или они как музейные, они коллекционные? Они поставлены на госучет. На госучет. Экспонат. Музея. А, музейный экспонат. Да, то есть. Да. И они все на ходу у вас. Все на ходу. Абсолютно. Да. Шикарно, шикарно. Но здесь. Вот Николай даже свои большинство сюда пригонял своим ходом. Николай Тубаев, да? Да, Тубаев. Потому что он с нами совместно, и вот по этикеткам видно. Здесь видите. А, да, вот здесь я вижу этикеточка. Это ваш музейная этикетка, да? А здесь это. Это Николай Тубаев, это его музей. То есть вы объединились? Мы объединились. Вы кооперируетесь? Да. Молодцы, ребята, молодцы. С нашими коллекционерами. Умнички. А вот смотрите. Музей, как бы мы, в принципе, это не соперничаем. Супер. Это нормальное, хорошее отношение. Супер. До сборки китайских мотоциклов сколько было выпущено заводом вообще всего в общей сложности продукции? Более 7 миллионов. 7 миллионов мотоциклов? Да, да. Там... Вот на последнем стенде, там мы даже даем, давайте пройдем, да. Цифры, сколько мотоциклов и когда было. Там представлена карта, куда мы поставляли свои мотоциклы. И не только мотоциклы, но и запчасти, естественно, по заказу поставляли. Сова. Это мокики пошли, да? Это мопеды? Да, да. Облегченные, и вот этот один из самых уже тяжелых. Вот этот тяжелый мотик, курьер, да? Вот был. ЗИТ-200 курьер. Так, вот здесь вот, да? За 70 лет с конвейера завода сошло 7 700 000 мотоциклов разных моделей. Круто. Смотрю, Монголия, Китай, Вьетнам, Лаос, Мозамбик, Ангола, Кения, Египет, УАЭ, Ирак, Сирия, Иран, Афганистан, Турция, Болгария, Румыния, Греция, Югославия, Венгрия, Польша, Словакия, Англия, Франция, Алжир, Куба, Панама, Колумбия. Вот так вот, да? Ну, впечатляет, да. География довольно большая, да. И вот особенно вот в Африку, в Среднюю Азию. Там у нас вот представлен мотоцикл «Ковровец», он в таком зеленом исполнении, он был сделан в тропическом исполнении, у него очень хорошая была проходимость по пескам. Супер. Вот, поэтому был очень хорошо востребован. Вот эта модель. Это желтенький, да? Вот желтенький, да. Их было всего сделано. ЗИТ-50 Ника. 30 штук, да? Всего 30 заказали англичане. Ого. С Андреем. А потом, когда дело подошло получать продукцию, заказчик пропал. Ну, деньги-то хоть заплатили? Ничего не заплатили. А, просто поэтому как-то договорились? Служба маркетинга дошла, и 25 машин сразу реализовали за рубеж. И в нашей стране осталось их всего 5. И вот перед открытием нашего музея здесь нам этот мотоцикл один. Он остался здесь, в Коврове,
нам его на рынке, они там развозили что-то, какие-то свои рекламы и все прочее, они нам его передали в музей. Супер, вообще супер. Бесплатно. Ну, я так понимаю, тут у каждого мотоцикла, наверное, который в вашей коллекции, есть своя история, да? Ну, естественно, какие-то. Просто то, что вот, как я вам говорила, по этому приказу приходили. А большинство, да? Угу. Отлично, шикарно, вот слушайте. Здесь вот великолепные. Следующие дальше там идут уже спортивные мотоциклы. Ага. Потому что с первых же дней руководство завода разрешало мастерам, начальникам там цехов, даже их женам давали на выходные дни и просто рабочие. Для тестирования? Или для какого-то доработок, может, обкаток? Для обкатки, да? Для того, чтобы посмотреть, что там не так. Угу. Да? Выявить неисправность, недостатки, да. И с тем условием, что обязательно должны были написать об этом, чтобы знали в мотопроизводстве. Угу. Вот, поэтому многие даже женщины брали на мотоцикле, ездили в выходной. Вот. Это было совершенно свободно в городе. Это вот эти вот первые годы, конец 40-х, начало 50-х годов. Круто. Вот, все это делалось. Слушайте, я слышала, что у вас в воспитателях работали тоже женщины, да? Женщины-испытатели. Были, да. Вот Клавдия Васильевна Скрябина была испытателем, участвовала в шестидневной гонке по Западной Европе. Ага, круто. Вот. И с первых же по сути дела, с первых же дней стали проводиться и соревнования на мотоциклах. Ага. И уже вот с 57-го года пошли, вот кто-то уже едет. Подъезжает, да? Пошли первые. Вот, первый мотоциклист подъехал. Приехал, да, похоже, да. Да. Вот. Сейчас. И вот здесь уже летят. А это что за мотоцикл такой интересный? Для шоссейно-кольцевых гонок. А, вот это, да? Да. А, красивый, как вот. Москва 175 ШК-2. Пошли, да, гоночные спортивные мотоциклы, которые в кроссах участвовали. Mm-hmm. А следующие четыре машины, это стоят мотобольные. Вот это четыре машины, да. Мотобол, да? Мотобол. Да, круто. Mm-hmm. Восход 175 СМБ-2. Первый mm-hmm. тоже у нас нет. Вот а такой вот. Третий. Мотобольный это мячик, который специальный. Здесь у нас, в Союзе, А все, круто. Спасибо. А вас-то как зовут? Виктор, Ворошилов Виктор. Да, пойдемте посмотрим. Да. Пойдемте посмотрим. Ребята подъезжают. Сегодня здесь такое собрание восходовцев, то есть любителей продукции. Восхода. Все на восходах? Ага, да. Бежим, да. Бежим и будем сейчас снимать их. Да. Будем сейчас их всех снимать. А, вот, подъезжает, смотри. Ага. Ага. Восход. Это восход. С прибытием, ребят, что-то заждались вас. Так вот. Как погодка-то? Погода шепчет, займи, но выпей. Шикарно. Красавцы. Это тут целая байкерская братья. Вот они, красавцы все. Зит. Он, короче, не смог выехать. Как добрались, ребят? Отлично. Дождик не помешал? О, смотри, классные у тебя.
Ноги замотаны, подготовлены. Год, кстати, экспозиции этой. И вот этот пошел с марки Саван, облегченный, да, ЗИД, пилот. Вот этот мотоцикл ЗИД, да. Их была вообще сделана очень маленькая партия, всего 30 штук вот этих мотоциклов на заводе. Но для нас важно и ценно это то, что это были наши мотоциклы, сделанные нашими конструкторами, разработаны. У нас в Союзе осталось всего 5 машин. И вот и одна из них в нашем музее сегодня. Здесь вот немножко мы были конкурентами с Николаем, он тоже хотел свою коллекцию, но город настоял на том, чтобы передать его в музей. Вот как раз мы шли мимо этого корпуса, да, по центральной аллее, мы же сюда не на мотоцикл приезжали, пешком. И вот видите, как раз стоят вот мотоциклы, продукция. И мало того, когда это просто вот за своего ребенка переживает и очень любит эту технику и приводит ее в хорошее состояние. Даже наши мотоциклы, он нам вот помог очень многим, потому что много лет они стояли в хранилище. Ну, сами понимаете, я женщина, не техник, тем более по образованию. Вот. Ну, стоят себе и стоят, слава богу, мы их подвесили на штанги вот так за раму, потому что, чтобы сохранить место. И вот здесь видите, да, есть фотографии, моменты игры по мотоболу. Ну, это, конечно, да, надо зеленую сноровку, там надо не только сидеть, как говорится, в седле и не упасть, но еще и ногой прижать мячности и не потерять его, да? Мне там тесновато, но я думаю, как-нибудь разберемся, да.